Многие из мусульман спрашивают об этом. Какой хукм, решение в отношении празднования дня своего рождения? То есть человек празднует свой день рождения или отца и так далее. Это все также является новшеством. Празднование дня Вознесения Пророка, празднование середины месяца Шаабан или ночь предопределения, или празднование дня рождения человека, если всем этим человек будет стремиться намереваться совершить ибадат, поклонение, или же будет считать, что в этом есть польза и воздаяние, то это само по себе новшество. Но пока его разум будет чист от возвеличивания этим чего-то, или же поклонение, или же следование за кем-то, то это подпадает под правило. Основой во всяких вещах — это дозволенность. Но этого до нашего времени не было.